Традиционный национальный дворик в нашей стране. Возможно ли в нем крутая современная кухня? Я отвечу вам сегодня, что да, возможно. Идемте посмотрим. Не обязательно иметь квартиру в Nest One или в Mirabad Avenue, чтобы сделать красивую, современную и, самое главное, функциональную кухню. Дорогие женщины, в первую очередь обращаюсь именно к вам. Вы проводите на кухне иной раз по 4-5 часов. Данное видео расскажет о том, что не стоит экономить на функционале, который вам значительно облегчит комфорт готовки и время пребывания на кухне. Погнали и посмотрим на эту кухню более подробно. Современная кухня – это в первую очередь дань трендам. Тренды неумолимо клонятся к постельным тонам и резким контрастам. Постельные тона у нас достигнуты за счет пленочных фасадов от бренда Френды. Можно приобрести в шоурумах Eman Materials, в данном случае модель Velvet, очень популярная. Рейки никуда не уходят из мира интерьера, они позволяют здорово вытянуть пространство и создавать, опять же, приятные контрасты. Основной контраст сделан за счет столешницы HPL, отдельный предмет нашей гордости. Именно подразделение Infinity первыми начали продавать в Узбекистане HPL. От топового производителя крана Шпан, модификация Slimline, это SL0190, хит наших продаж. Эффект вулканического камня, при этом крайне высокая износоустойчивость. В Европе сегодня 40% премиальных столешниц забирают именно столешницы от HPL. Следом за компакт-плитой у нас попадает материал AGT категории Супромат, очень близкий по цветовой композиции с Френте. Пленку в наших шоурумах мы подбираем, чтобы она сочеталась с плитным материалом в нашем ассортименте. Супромат отличается высокой износоустойчивостью с точки зрения пальчиков, то есть остались следы, их достаточно легко протереть, в отличие от большинства софт-тач панелей, которые продаются сегодня на рынке. Ну и функционал. Как вы можете увидеть, на достаточно ограниченный погонаж, здесь в районе 3,5 погонных метров, у нас имеется 6 ящиков. Да-да-да, не 4. Каждый ящик сверху оборудован еще дополнительно внутренним ящиком. Ну и большая секция для нижней базы, где можно поместить какие-то глубокие кастрюли и так далее. Больше ящиков, больше помещается внутри. Ну, здесь вот можно хорошо на модуле это увидеть. Одна полочка горизонтальная обеспечивает намного меньше размещения вещей, нежели чем выдвижные ящики. Поэтому размер кухонь категорически становится меньше. Хозяйки, женщины, обращайте внимание на количество ящиков внутри вашей нижней базы. Отдельно мы приветствуем использование пеналов с выдвижными ящиками. Это всегда удобно и практично. Удобная розеточка, выведенное электричество – это уже необходимость сегодня на кухне. Ну, а алюминиевый фасад сверху достаточно легко создает приятную композицию без дополнительной тяжести. Обратите внимание, что антресоли тоже не выведены вперед. Этот тренд был популярен еще 2-3 года назад, и многие делали антресолевые блоки с выводом вперед. Это сильно сужает пространство, ограничивает его визуально, скажем так, и создает дополнительное отягощение. Даже при невысоких потолках высокие блоки создают эффект классного, такого большого дышащего пространства. Приходите в наши шоурумы, чтобы сравнить все варианты комплектации. Ну а давайте сейчас перейдем к разговору с мебельным производителем, зададим ему пару каверзных вопросов. Расскажите о себе. Меня зовут Саид Ислам. Я как бы основатель компании, мебельной компании Mirado. Мы делаем премиальные мебели на заказ всем желающим. И как бы используем фурнитуру от этих. И наш партнер Eman Materials. Круто. Как давно в индустрии? В индустрии уже
практически 20 лет. 20 лет в индустрии. Но с переходом поколения я чисто сам 10 лет уже. 10 лет. 10-12. Но не в первом поколении. Нет, не в первом семья поколении. Да, нет, не в первом поколении, уже второе поколение. Да. Отца, от отца перешло. От отца. Да, от отца. Отец перешло. Продолжает заниматься мебелью? А, отец продолжает, но у него сейчас как бы времени нет. Окей. Он все как бы... Значит, уже передает уже вам передает больше. Нам. Ну, как вообще в целом высчитываете ценообразование? Ставите какую-то определенную оценку? Определенную оценку ставим, смотря какой материал выберет клиент. Угу. Я всегда предлагаю им запчасти только от вашей фирмы. Круто, от, спасибо. От Хетика, прям до полкодержателей. И предлагаю именно фасады от Френта. Угу. И предлагаю еще поставить турецкий акрил АГТ. И сейчас у нас вот первый заказ, который уже мы поставили уже HPL. HPL столешницу. А ранее с какой столешницей? Ранее мы работали со столешницей Eiger. Eiger, так как у нее толщина очень большая, 38 мм, нам захотелось более изящнее сделать мебель. То есть вас HPL подкупил за счет тоненькой толщины? Да, и насчет обработки, у нее прям сама обрабатывается она, то есть отшкуриваем, отфрезеруем, и она уже готова. Вот. При установке она лучше, чем обычный, например, кварц, литые столешницы. Ждать с ним приходится. Пришел, установил. И все хорошо. И это не посредники, которых нужно ожидать, приедут, не приедут, а здесь вы можете сами все сделать. И для фартука, и плюс подсветка, она прям выглядит очень шикарно. Да. Ну, супер. Да, тут важный момент, уважаемые подписчики, что большая часть акриловых и кварцевых столешниц, керамогранитных в том числе, мебельными производителями самими не производятся. Очень часто, когда вы злитесь на ваших мебельщиков за счет того, что опаздывают по срокам, не их вина в этом. Очень часто поставщики камня разного, искусственного, натурального, задерживают сроки установки. Ну, в случае с HPL, это возможность, когда вы сами, как мебельный производитель, может, имея столярные навыки, можете решить этот вопрос. Что предлагаете обычным клиентам? Вот говорит дорого Хетик. Дорого. Вот просто дорого. Хетик дорого. Мы говорим, что дорого как? По цене, может быть, в 1.5-2 раза дороже, но через 2-3 года у китайских механизмов, то есть, появляется скрип. Скрип появляется, и чтобы убрать этот скрип вероятность, мы предлагаем этих, потому что мы с ним уже давно работаем, и еще не подводил ни разу. Спасибо большое. Вот так вот. Клиенты соглашаются? Клиенты соглашаются, да. Клиенты сейчас, мы практически уже... Примерно 10-й заказ, уже подряд у нас идут Хетик. Все хотят. Здорово. Все хотят. И без разницы, ховля или новостройка. Без разницы, ховля или новостройка, да. Есть, знаете, интересный один такой логический вывод. Ни одному человеку в нашей стране, неважно это Бей или Бай, или это Деканин, никому не нужна плохая, некачественная мебель. Да, абсолютно. Да, все абсолютно хотят верно. Хороший, качественный продукт. Да. Ну, а здесь я могу, дорогие подписчики, сказать одно. Мелочи внутри кухни, ну, у вас нет возможности прийти это посмотреть вживую, но обработка и детали в мелочах меня лично очень здорово порадовали на этой кухне. Как продаете АГТ? АГТ, мы приходим в шоу-рум Эман, это уже я сразу иду с клиентом, где продают АГТ, шоу-рум АГТ, и уже все на этом. И когда после АГТ показываю уже другие, например, китайские или другие акрилы, локальные, акрилы, то уже клиент склоняется сюда. Клиент, потому что даже у, например, у этого цвета есть разные цены, 2-3 оттенка, вот такого цвета есть выбор. То есть палитра цветов, да. По АГТ палитра вам... цветов и размеры. Размер у АГТ он больше. Большеформатный, да, соответственно, пенала обрабатывать. Да. Да, размер, вот очень часто, да, приходя в наши шоурумы, лист вот этого материала стоит, я не знаю, $60, лист другого материала стоит $120, но в одном случае это будет 3 квадрата материала, да, в другом случае это будет 6 квадратов материала, и ценник может оказаться там примерно same, одинаковый. Хороший момент, но здесь я бы еще добавил, АГТ обладает прекрасной износоустойчивостью. Это да.
хозяйки в наших традиционных домах на кухнях проводят как минимум 2,5 часа, согласно статистике, в городских условиях. Словно за пределами города это иногда 4-5 часов. Ухаживать за этим материалом намного проще, то есть времени тратится в 2, в 3, в 4 раза больше. Если это переводить в цифры, сколько из затраченного в день мебели вы тратите на уборку и сколько вы будете экономить, то разница в цене в 10-8 условно долларов за квадратный метр, она становится не столь существенна. Еще раз напомню, оплата производится строго в национальной валюте Республики Узбекистан, у нас на кассах. Кстати, наши стенды на первом этаже Чинабада помогают вообще в общении с клиентом? Да, помогают. Нам не приходится водить клиентов, например, в цех наш. Угу. Нам не приходится делать шоу-рум. Угу. Мы приходим в Эман Материалс, первый этаж, мы сперва показываем этики. Я специально беру китайские петли, показываю, сравниваю и показываю направляющие. Супер. Направляющие. И потом постепенно мы идем на второй этаж. На второй этаж мы выбираем. И на этом Здорово. Вам огромное спасибо за информацию, за отличную мебель. Очень круто. И вот я люблю такие объекты. Потому что действительно есть у всех такой резонанс. Крутая кухня, только какой-нибудь крутой новостройки нет. Она возможна и нужна в обычных домах. Мы топим именно за это. Некоторые говорят, разница в стоимости петли от Хетих или самой дешевой китайской почти в 6 раз. Но на самом деле, то есть на петли Хетих вы потратите на кухню в среднем 800-900 тысяч, может быть, миллион. Да, на китайскую вы потратите 200 тысяч, но где-то 700 тысяч разницы, да, или, допустим, там полкодержатели на 60-70 тысяч сум разницы, они создают совсем другой уровень комфорта, демпфирования, плавности и мягкости. Наша цель в первую очередь дать народу Узбекистана крутые, классные, современные мирового уровня решения в плане мебели. Спасибо вам, ставьте лайк, не забывайте про розыгрыш, оставляем комментарии, мы разыграем вот эту вот штуку. Маркетинг мне который раз не сообщает, какую именно штуку, поэтому это просто вот картинка, которую я рисую. Но будет что-то очень вкусное и интересное, розыгрыши мы делаем системные постоянно, поэтому до скорых встреч, жмите лайк, если вам понравилось, нам это очень здорово помогает продвигаться наш канал. Надеюсь, информация была полезной. Круто! Спасибо большое!